Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Мотоциклисты из Курска, Липецка, Орла, Воронежа, Белгорода и Ростова-на-Дону съехались в Соловьиный край, чтобы принять участие в финальном этапе Кубка Черноземья по мото-джимхане. Соревнования проводятся в нашем регионе уже не первый год при содействии Общества свободных байкеров. Третий раз мы проводим эти соревнования. Более 30 участников с разных городов, с нашего Черноземья. И есть участники, которые из Подмосковья и из Ростова. Отметим, что этот вид спорта популярен не только среди байкеров. Еще бы, ведь многим понравится наблюдать за красочными виражами и поворотами, за тем, как пилоты закладывают мотоциклы практически горизонтально треку во время маневров между конусами и при этом пытаются сохранить достаточную скорость, чтобы показать на финише лучший результат. Навыки очень актуальны, потому что при резком торможении автомобиля, при каком-то боковом смещении автомобиля, ты должен очень быстро отреагировать, куда-то сместиться. Без этих навыков ты можешь растеряться, испугаться, упасть. Мото-джимхана помогает развить эти навыки, то есть тут максимальные углы наклона мотоцикла, максимальное торможение, чтобы ты не боялся зажать ручку тормоза, понимал, когда твой мотоцикл остановится, и он не упадет, не перевернется, не заблокирует колесо. И организаторы, и участники, среди которых много и профессиональных спортсменов, и любителей, отмечают умеренную сложность курской трассы. Участки рассчитаны так, чтобы их прохождение смогли осилить владельцы спортбайков и мотоциклов более тяжелых классов. Трасса по технической составляющей сегодня сложная в связи с погодными условиями, с температурными условиями, с условиями того, что вчера шел дождь, сегодня солнце, пыль. Собирается. Мы что смогли, сделали, но она сегодня будет интересна этим даже. Начиналось все с того, что хотелось повысить уровень своего умения владения мотоциклом. Потом это уже зацепило, спорт. Катаемся по всей стране. Казань, Москва, Белгород, Курск. Поболеть за мотоциклистов приехали в том числе и многие представители курских и иногородних мотосообществ и клубов. Победители соревнований по мото-джимхане получили заслуженные призы и подарки, а также возможность представлять свой регион на других, более масштабных состязаниях. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас!